Привет, меня зовут Даша. Я пришла сюда, чтобы повеселиться и познакомиться с новым человеком. Привет, меня зовут Егор. Пришел сюда, ну, во-первых, просто по фану, во-вторых, ну, может быть, кого-то здесь найду встречу. «Без пароля» — это свидание вслепую, на котором участники дают друг другу покопаться в своих телефонах. Пока герои не знают об этом и спокойно заполняют анкеты, разглядывая профили партнера в соцсетях. Пока кажется, что девочка не очень часто улыбается. Я думаю, что она довольно аккуратная, вежливая, добрая, коммуникабельная, милая, доверчивая, одинокая. О, котики, люблю котиков. Я думаю, что открытый, разговорчивый, уверенный, общительный, ветреный, легкомысленный тусовщик. Я хотел бы с ней пообщаться. Да, я готова с ним познакомиться. Привет. Я Егор. Даша. Приветствую вас. Хотите лучше узнать друг друга? Я не против. Аналогично. Разблокируйте смартфон и отдайте человеку напротив. Ты первый. Окей. Естественно, сразу фотографии. Конечно. Принес. Очень много фотографий, будет сложно. 19 тысяч. О, фотки с Тиндера, скрины. Прикольно. У меня целая подборка странных Тиндер-профилей. Понимаю. И я могу стать, мне кажется, коучем, как не надо делать профиль в Тиндере. Честно, я не особо успел сформировать какие-то впечатления. Женщины. Друзья. Фотографии из сауны. Посмотрим последние пролайканные фотографии в Инстаграме. Хитро. Я тоже подписана на Ксюшу Дукалис. Твиттер. Впечатление, любишь проводить время по-разному. Наверное, так. Да, это правда. Я залезу в Тиндер. Пожалуйста. Можно посмотреть старые диалоги. Ну вот, кажется, она с кем-то хорошо общалась. Посмотрим, что за чувак. Ладно. Он меня очень напугал, и поэтому я перестала с ним общаться. Чем напугал? Ого, прикольно. Кажется, Даше нравятся чуваки в серьезном теле. В смысле, очень в хорошем теле. Да, я увидел чувака в суперспортивном теле. Скорее всего, меня зацепило то, что-то в описании, чем только фото, потому что все работает только в комбинации. Давай тоже Тиндер. Ты делаешь комплименты дамам? Пытаюсь. Всего 33 пары. Тебе мало кто нравится? Ну да. Ну, я, наверное, не супер часто там сижу. Или недавно просто начал. Итак, что ВКонтакте? Ты был в путешествии? Германия, Италия. Да, было недавно дело. Что больше всего понравилось? Из этих стран? В плане видов красоты и Швейцария. Прям супер. Точно. Предположим, зайти в диалог, не знаю, Кати Бакова. Нет, не надо туда. Хорошо. Катрина Пак. Да, окей. Это мой учитель по английскому языку. У всех есть тайна. Но пока что ничего криминального. Заметки. Интересно. Даже сам не помню, что там.
утащить цену аренды, привезти с собой корзину белья. Так, нет. Тут никак... Ощущаю, что никакого криминала здесь нет. А, так. Отличный перевод через Сбербанк Александру Михайловичу на 1000 рублей с сообщением «Соси, ёпты». Ой. Погнали дальше. 17 ноября, Никольский Макс, выйди на фейс, приспускают одного только. Где ты был? В Симаче, наверное. Да, там иногда приходится кого-то позвать, кто уже там. Так, на что ты покупал билеты? Так, это интересно. На пошлые моли. Хорошо. Штрафы ГИБДД. Нарушаешь? Блин, да, к сожалению, так вышло. Что нравится из музыки «Крови» пошлой моли? Ну, на самом деле, много всего. Я могу слушать там пошлой моли, могу послушать, не знаю, там... Ну, типа, после «Богемской рапсодии» я там неделю ходил, только «Квин» слушал. Не потому что я там узнал про Меркурия, а потому что просто воодушевился в который раз. Окей, тогда начну с заметок, потому что Даша в них так зашла, будто бы... Как будто у нее есть там что-то интересное. Наверное, тут куча всего по работе. Фильм, который нужно посмотреть хотя бы раз в жизни. О, вот это интересно. Я люблю фильмы смотреть и много. Я решила фильмов. Записать вообще все фильмы. Если меня когда-нибудь спросит моя сестра, например, я дам ей этот список. «Запах женщины». Ты смотрела эти фильмы? Да. И как тебе «Запах женщины»? Аль Пачино прекрасен. Мне кажется, что это одна из его лучших ролей. Это мой любимый фильм. Прикольно. «Милый, прежде чем уйти». Это твое стихотворение? Да. «Милый, прежде чем уйти, не махнув рукой, ты сказал, представь, что ты не была со мной, что никто из нас друг друга не знал». Я, наверное, отвратительно читаю стихотворение, но пусть так. «И с тех пор каждый мой день квест. Я стараюсь не замечать важных шуток, словечек, мест, чтобы забыть, чтобы не вспоминать. Каждый мой день бой. Я стараюсь тебе не писать, что происходит, где я, кто со мной. Чтобы забыть, чтобы не вспоминать». Ну и еще пару четырех стишей. И прикольно. Да, это клево. Но очень грустно. Это был такой завершающий этап для меня очень большого кусочка моей жизни. Вот. И так сложилось на протяжении лет 10, наверное, что после каждого важного этапа я пишу несколько стихотворений. Uh-huh. И... отпускаю все то, что было, с помощью это этого. Это связано с отношениями, соответственно? Да. Это было в октябре. Соответственно, да. Твои последние отношения закончились в октябре 2018 года? Ну, они закончились раньше, просто я не могла это все собрать. Понятно. Вот. И к этому моменту я это все собрала. Ты куда-то публикуешь их, либо... Нет. Вообще никогда не публиковала? В детстве, мне было лет 12, я публиковала книгу со сборником, но с тех пор я больше этим не занималась, потому что, видимо, у меня самый пик вообще моей эмоциональной нагрузки был в 12 лет, потому что с тех пор стало как-то полегче. Исправьте свои анкеты, если ваше мнение изменилось. То, что я убрала, условно говоря, на этом этапе. Тусовщик, легкомысленный, ветреный, уверенный и разговорчивый. И осталось или добавилось открытый, вежливый, внимательный, добрый, хороший, общительный, скромный. Я убрал отсюда слова «аккуратное» и «вежливое» и «доверчивое». По поводу аккуратности, не знаю, это просто какая-то догадка, потому что у тебя в телефоне там 19 тысяч фотографий. И ты вообще их не чистишь, наверное. Это факт. Это типа нормально. Но добавил слова «культурное», «талантливое», «романтичное». Наверное, это все эти слова благодаря там стихотворениям, наверное. Если вы хотите продолжить общение вне Куба, у вас есть 15 секунд, чтобы зажечь экран телефона. Thank you.
Мне понравились ощущения, потому что, наверное, такую субботу у меня еще не было. Вот. Это не самое худшее первое свидание, которое у меня было. Не самое худшее, хотя да. Я был готов ко всякому. Да, я тоже. Были разные первые свидания, поэтому тут все было хорошо.